Я вам всем привет. Вот там к аэрофлотовскому борту подъезжает тягач. А вот приезжает еще один. А вот приезжает машинка, которая тянет багаж. Летим мы на самолете Boeing 777. Его предельная вместимость 550 пассажиров. Его площадь крыла 60,9 метра. Поднимались мы по вот такому вот стеклянному трапу, телетрапу, прямо из терминала Б. Вот там стоит Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот. Вот к нему подъехала вот такая желтая маршрутка. Также есть вот такие вот шторки. Я просто показать. Вот. Температура воздуха сегодня очень жарко в Москве. Вот еще одна какая-то техническая машина. Сейчас этого попросит человека открыть. Люди нельзя закрывать? Нет. Не знаешь? Потому что... А может, туда отвечать? При взлете, обратите, пожалуйста, внимание, при взлете нельзя закрывать вот эти шторки, потому что экипаж должен видеть картинку за бортом, а также это нужно для спасателей. Если самолет начнет падать, то это позволит увидеть вас. Boeing 777-300ER оснащается двигателями General Electric GE90-115B модификации. Он может на взлетном режиме развивать силу 152 кН в час.